Привет, все небезразличные фанаты конкурса «Песни Евровидения 2017». Я нахожусь в Киеве, так что не надо думать, что я в каком-то селе. Я спускаюсь к Евроклубу, который находится в ТРЦ Парковый. В общем, я спускаюсь вниз, и где-то здесь находится это здание. Сегодня будет проходить автограф-сессия представителя Австрии. Он будет выдавать свой CD-диск, подписанный с автографом. Что из этого выйдет, вы узнаете уже совсем скоро. Мне самому не терпится узнать, получу ли я этот диск или нет. В общем, надо как-то стараться попасть вниз. Я здесь первый раз и ни разу не спускался, и вообще не был возле этого Евроклуба, так что для меня это все в новинку, я не знаю, куда идти. Он где-то находится там, но я не знаю, как туда добраться. В общем, сейчас нужно бежать, осталось полчаса до начала. Только что прошел дождь, я слегка промок, но ничего страшного. Вот он, Парковый, я уже спустился к нему. Неужели так быстро можно было попасть в этот ТРЦ Парковый? Это здорово. Что ж, особо бежать не надо, потому что я пришел сюда намного быстрее, чем я думал. Класс, я уже здесь, так что все. Ищу людей для знакомства, корешусь с ними и получаю диск. Отличный план, не так ли? Сейчас осталось пройти пару метров, и я буду возле входа. Вон туда мне надо. И, кстати, здесь почему-то нету совершенно людей. Это очень странно, потому что я рассчитывал, что здесь будут толпы, и я сам буду решать, с кем познакомиться. Все приехали на машинах, а я пришел сюда пешком с метро. Эх, так, надо найти, где вход. Где вход? Вот я иду в Евроклуб, и что-то я не вижу людей. Мне кажется, все или внутри, или куда-то попрятались. You push me down, I'll get up again. Hey! Евроклуб. Я все-таки попал внутрь и сейчас стою вот этой очереди, чтобы получить CD-диск от Австрии, также автограф. И тут еще моментальная фотография будет, так что вообще идеально. Тем временем моя очередь наконец-то подходит, и уже совсем скоро я буду там. Посмотрите, что у меня есть. Это CD-диск представителя Австрии на Евровидении 2017, а также фотография на полароиде. Правда, она еще проявляется, еще не до конца готова, но как только она проявится, у меня будет с ним снимок. Там до сих пор еще проходит автограф-сессия, представитель Австрии все еще сидит, это очередь за его новым диском. И вообще очень здорово, что в это Еврокафе можно попасть днем абсолютно бесплатно, второй этаж закрыт, но на первом можно ходить и наслаждаться всеми благами этого заведения. То есть то же самое, что и вечером, только днем и только бесплатно. Что ж, ребята, я уже готов уходить из Евроклуба.